Опять турецкий кофе. Я только что села, заказала чашечку турецкого кофе. Мне дали вот такие штучки попробовать турецкие сладости, потому что они продаются. Обязательно кофе дают такой стаканчик водички. Только что выпила сок. Вот я прямо сижу спиной к турецким сладостям. Вот они. Райончик просто живописнейший. Вот это, окей. Кусочек турецкой жизни. Я просто прошла буквально 300 метров, когда мне это поднялось. Как здесь прикольно и уютно. Сейчас начну пить свой кофе, попью его и снова погадаю. Переверну чашечку, мне там, я уже загрузила одно видео с турецким кофе, и мне там столько нагадали, счастье. Ага, и всего хорошего! Спасибо большое, блин, всем. Спасибо всем большое. Итак, снова будем гадать. На этот раз жду таких же положительных предсказаний. И вот тут эта штучка, там тоже ножки, по-моему, нет. А там краник должен быть просто. Итак, поехали пить кофе. А пахнет...